Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать декоративный кирпичик своими руками. Имеем такие стены. Сняли старые обои, загрунтовали и нанесли слой штукатурки. Это нужно для швов. Вот и, собственно, штукатурка. Knauf, Rotband, хорошо известная в Белоруссии. Зарекомендовала себя. Когда стена высохнет, рисуем кирпичик. Ну, за основу мы взяли размеры 6 на 22 сантиметра. Такой не маленький и небольшой. А вы можете сделать тот размер, как вам угодно, какой вам понравится. Ну, вторая часть, нужно наклеить малярную ленту. Замешиваем штукатурку, делаем ее не сильно густой, не редкой, но что-то среднее. И намазываем шпацелем. Делаем такую структуру. Тут то же самое, как вам больше нравится. Можно сделать более гладкую поверхность, можно более шероховатую. Ну, как вот есть более современный кирпич, средневековый кирпич. Вот вы можете посмотреть картинки в интернете. Ну, а потом, когда нанесли слой, я это сглаживаю. Беру тряпочку и добавляю еще такой штрих. Создаю шероховатость, более мелкую. Ну, здесь как сыграет ваша фантазия. То есть испортить это практически невозможно. Хорошо, конечно, если у вас есть уже готовые фото работ показать заказчику, чтобы не возникло недоразумений. Но обычно всегда заказчики принимают эту работу нормально, адекватно. То есть им нравится. Тут под настроение. Ну и вот, когда сделали структуру, вам она понравилась, и начинается самая интересная работа. Снимаем малярную ленту. Отрывается она легко, без всяких усилий, и проявляется кирпичная кладка. Эта работа одна из самых приятных. То есть вы смотрите, как появляется кирпичик, и ничего сложного. Ну, еще по поводу малярной ленты. Сантиметровую малярную ленту найти невозможно. В магазинах она не продается. Ну, лично я не встречал. Я покупаю 5-сантиметровую и режу ее, рисую на ней полосы, то есть делю на равные части, получается по 1,2 мм, и разрезаю это болгаркой. И в итоге получаем ленту около сантиметра. Ну, там плюс-минус 1,5 мм. Но этот кирпичик, он такой более строгий. Вы можете сделать его более как бы искаженным таким. Но тут, конечно, вот как я опять повторюсь, нужно иметь какие-то фотографии, чтобы показать заказчику. Ну и гипсовая штукатурка, она сохнет быстро. То есть за час она уже становится, отвердевает, то есть становится твердой. Поэтому здесь главное не упустить время. Если вы наклеили ленту и не сняли ее в промежутке там 20 минут, то потом это будет сделать невозможно. Ну, вы знаете, кирпичик, он хорошо подходит для прихожих. Модно его делать и в комнатах. Делают это одну стенку кирпичом,
остальные там или обои, или покраска. Ну и потом еще много заказывают откосы с такого кирпичика. Тоже смотрится неплохо. Ну а этот кирпичик, когда высохнет, мы загрунтуем, покрасим. Кирпичик этот будет белый. И сделаем, нанесем два слоя лака. Так, вот что у нас получилось. На мой взгляд, неплохо. А сейчас нужно взять кисточку и воду. И все эти швы чуть-чуть сгладить. То есть сделать более гладкие края кирпичика. Ну, здесь главное не переусердствовать. Ну и потом же, если можно добиться более круглых краев, это надо сильно не затягивать, вот как ленту сняли, и через минут 5 уже начинать работать кисточкой. А если хотите, как в моем случае, более такие резкие углы, то примерно через минут 20-25 начинаем сглаживать кистью. Ну и слой. Слой я не советую сильно большой наносить, потому что если сделать более 5 мм, то когда будете снимать ленту, будут вырываться края. Не совсем красиво. Ну, а с другой стороны, может, кому и понравится. Будет такой более средневековый кирпич. Вот такая красота у нас получилась. Осталось дождаться, когда кирпичик полностью высохнет. Потом загрунтуем. Покрасим краской белой два слоя. И нанесем защитный слой лака. Ну, в оконцовке, когда полностью все сделаю, я еще сниму видео. Посмотрите, как это будет выглядеть. Ну, кому информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь. И спасибо вам за просмотр и за внимание. До новых встреч!